Консолидация всех ветвей и уровней власти позволит улучшить условия жизни граждан. Об этом Алексей Русских заявил на Совете региональных местных властей и сообществ Ульяновской области. Для развития местного самоуправления принят ряд знаковых изменений в федеральный закон об общих принципах развития местного самоуправления в Российской Федерации. По мнению главы региона, на текущем этапе как никогда важно объединить усилия руководителей всех уровней, в том числе народных избранников на местах и глав администраций в муниципалитетах. Мы с вами, уважаемые коллеги, становимся пионерами нового этапа эволюции местного самоуправления. Знаю, что здесь присутствуют депутаты и главы, которые избрались этой осенью впервые. Им придется не только оперативно разобраться в текущем положении дел, но и начинать немедленно работать на перспективу меняющихся подходов к местному самоуправлению. Кроме того, Алексей Русских наградил лучших общественников и глав муниципальных образований.